он, правда, побежал в сторону маленькую. По возможности всегда убегает. Анастасия до слез довел. Я готов. Буду я ворую. Если же на конкурс, как туда попали? Заявку нужно было подать до 25 мая. Пришел в отдел культуры. Там прекрасно к этому относятся. Отнеслись к пониманию, что надо, чтобы от нашего города кто-то выступил. Подали заявку, поехал. Вообще, вы на гармонии играете уже сколько? Сколько я помню, всегда играл. Но я по слуху играю. У меня никакого образования музыкального нет. А почему именно этот инструмент? Вас кто-то научил или когда-то? Как вы впервые в руки взяли вообще? В Раду все играли. И отец, и дядя, и дед по отцовской линии. Ну, тебе сам Бог послал туляки, все гармонисты. Мать и плясунья была, ну, чем была она сейчас, под пенсионного возраста, ее, по-моему, никто не перепоет. Песни научился петь от нее. И голос поставила она мне. Нигде не переучивался. Она сказала, если пойдешь куда-то учиться, потеряешь самобытность своего голоса. В основном пою под гармонь. Люблю этот инструмент тем, что он порой выручает. Выручает, что... Ну, музыкант не без фальши. Вы обратите внимание, когда играет баян, если где-то баянист ошибется, или аккордеонист, сразу же ошибку видно. А гармония, в общем-то, она прощает. Она сглаживает ошибки. Это для игры. Ну, для голоса это совсем другое. Голос фальши не прощает. Люблю этот инструмент с детства. Я что вспоминаю, учился в школе, не помню в каком классе, не помню. Я взял, а мы учили, учился я в Баринской школе. У матери взял паспорт, взял прокат, гармошку здесь Дзержинский. За вечер выучил песню, закурю-ка что ли, папиросу я. За вечер. На следующий день выступал в конкурсе уже с этой песней и занял первое место в школе. Через неделю проходил районный конкурс в Горбатовке. Там занял диплом третьей степени. Впереди меня только вокально-инструментальный ансамбль был. И, в общем-то, полупрофессионал по тем временам. Я уже диплом третьей степени имел. Учился я тогда в 8 классе. Вы говорите, подарочное письмо вам дороже. Почему? Там целая история такая, что... Ну, акклиматизироваться, пока я дорогой ехал ночью на своей машине, очень замерз. Вот, у меня такие песни, что там сильные верха. И вроде, когда съемки уже закончились, я не думал, что опять съемка будет. Ездили в район Тейково, там есть ракетная часть, выступали и показал, на что я способен. Там на бис много раз выходил. И когда... Уже заканчивался день выступления. Вдруг Анастасия говорит, ты будешь выступать от Нижегородской области. Построили, вот так шеренга стояла, разные области. Я должен отстаивать был в честь Нижегородской области. И сказал, будешь петь плакал гармон. Я ей сказал, я весь голос отдал Кейкова, а тоже спой сердце. И вот тогда я действительно никогда так не пел. Именно пел сердцем. Такую овацию я нигде ни на одном концерте не слышал. Тем более, что аплодировали все музыканты, стоящие рядом. Анастасия стояла по левую руку от меня, стояла и плакала. Надо же так сочинить проникновенную песню. В свое время я эту же песню показывал ее отцу Геннадию Зволокину. Она тоже его до слез принимала. Песня написана о нашем гармонисте, участнику Великой Отечественной войны, Аверьянову. Это песня ваша? Моего. Я в основном пою свои песни.
все сочиняю, исполняю. Ты получил для этого дурашки письмо? Да. Да. Сама вот ее работоспособность, Анастасия, меня восхитила. Так работать и вся группа. И вот получить благодарность именно от тех работяг, что они на себе вот на своих плечах тащат. Это, считайте, подъем в 6 часов. Потому что там уже гармонии 6 часов звучат. И полвторого в 3 ночи приехать со съемок. Естественно, они еще ложатся позднее, чем другие участники. И получить благодарность именно от них, я посчитал, что это выше диплома первой степени. Спасибо. Не только со всей России, там и за границей были.